западный форпост России, самый западный форпост Калининградской области, приветствует вас. 25 апреля 1945 года после ожесточенных боев был штурмом взят город-крепость Белау. Советские войска дошли до конца, чтобы уничтожить фашизм. Апрель 45-го. Что же ждет советских солдат дальше? Курск прошли, Брест прошли, Гданьск прошли, а завтра дорога на Берлин. Нет, еще не были. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое прям слово боевое. Значит, нам туда дорога, Минская улица, победе нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли, и последней улице название прочли. А название такое прям слово боевое. Брест, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое прям слово боевое. Варшавская улица на запад нас ведет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Варшавская улица победе нас ведет. С боем взяли город Гданьск, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое прям слово боевое. Брестская улица на запад нас ведет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брестская улица победе нас ведет. С боем взяли Вену мы, город весь прошли, и последней улице название прочли. А название такое прямо слово боевое. Ленинская улица на запад нас ведет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Ленинская улица победе нас ведет.